встретилась с Наташей Бичан. С Натальей Владимировной. Она вы почаще с улыбкой. Вот. И меня осенила такая идея сделать татуировку. Еще тату-мастера хочу набить себе, короче. Габонов или Ольга Васильевна? Нет, самый раз. А лучше Алиана. Очень будет красиво. Марин, что с тобой не так? Я вообще не грущу. Андрей Миронов, посмотрите, пожалуйста, бриллиантовая рука. Да. Вот идем с Black Star Бургера, из Black Star магазина. Ольгу узнали. Это просто уровень. Меня уже там не узнали. Смотри, какие карусельки. Пойдем покатаемся. Боюсь, нас выгонят. Мне уже... городской туалет. Так, сегодня у меня экскурсовод Наталья Бичан, Наталья Владимировна. Наташа говорит, что у него плохой микрофон. Но мальчик старается. А когда старается, то уже хорошо. За это можно вот денег дать чуть-чуть. Правда, у нас нет? Нет, он только что объяснил, что нет денег. У нас только карточка. Говорит, надо здесь фотографироваться, потому что здесь все фотографируются. Здесь стена Цоя. Ага. Ну да. День памяти, видишь, вон поют. Ага. А еще тут... Стена памяти. Фотография, а здесь милиция, которая выгоняет его фанатов. А на них... Падает вода сверху. Людям не нравится. Наташа, что это сейчас было? Это было всего лишь творческое задание. Ребята либо поступают в театральный вуз, либо уже учатся. Им мастер сказал наблюдать за людьми. Обнимать их, целовать, разговаривать. Можно больше не надо так делать? Я к этому спокойно отношусь. Ты, понятно, пугаешься. Ты меня постоянно спрашивал, почему бы я хотела жить в Москве в 19-20 веке? Смотри, ты жил сам. Хлопай. Они просто не знают, что нужно хлопать, потому что здесь печально. Малыши, карандаши какие. Микробы блестящие. Короче, мы решили подработать. Я рассказываю экскурсии, она ходит красиво и улыбается. Мне кажется, очень хороший заработок, и вам будет в Москве очень интересно. Все, пожалуйста, в директ Коле. А знаете, с кем я еду сегодня? Ку-кушечки, брит. Меня поцелуют. Это мой золото, мое. Долго ждала? Да!